Все почему? А потому что мы начинаем КВН! Сегодняшнего вечера команда КВН «Светловодская братва». Команда КВН и сборная города Кировограда. Ну и по традиции наше многоуважаемое жюри сегодняшнего вечера. Глава жюри Пустовой Антон Владимирович, помощник народного депутата Украины Олеся Голова. Президент Федерации силовых видов спорта «Легион». И председатель счетной комиссии сегодня Кузыбенко Валентина. А я напоминаю, что наша игра сегодня проходит при поддержке народного депутата Украины Олеся Довгого. А также хочу представить наших спонсоров. Федерация силовых видов спорта «Легион». Школа английского ABC. Пиццерия «Челентано». А информационные спонсоры сегодняшнего вечера «Ватте», РК «ВСРК», «Светловодск онлайн», «Светловодск.ком.ua» и газета «Светловодск вечерний». Спасибо, что вы с нами. Ну что ж, все привет, начальные формальности соблюдены. Осталось пожелать командам традиционное ни пуха, ни пера. Шапку! Команды за сцену. Первый конкурс сегодняшней игры – конкурс приветствия. И первым в конкурсе приветствия стартует команда «Светловодская братва». Встречаем аплодисментами. Добрый вечер! Мы рады вас приветствовать на нашем КВН, который посвящен всемирному дню дурака. Не усмех. Смех был сегодня, когда бабушки пакеты могли нести до квартиры. Да, но это же хорошее дело. Хорошее, если не учитывая того, кто нам мусор выносила. С 1 апреля, уважаемые зрители. Сегодня вас будет ждать команда КВН «Светловодская братва». Кстати, в деле? Не знаю, опаздывает Вера. Давай музыкальную паузу пока все ждем. Первое апреля, обожаю я, и в этот день весенний смеются все друзья. И первое апреля, звезды принимают, и в этот день шутливый, тебя не доверяют. Но все предосторожности сумели обойти, от моего прикола никто не смог уйти. Так апрельский это день, и чтоб развеять день, настроение подняет, и совсем не унывать. Всюду шутки, пусть от смех будет, и счастливее всех. Поздравляю, пошути, разыграй друзей, пусти. Жалости, веселье, смех, в этот день чуть-чуть не грех. Свой здоровье добавляет, жизнь конечно пробивает. И поэтому, друзья, всем желаю смеха, я поздравок. Люблю, стремитесь, база, шутку не держите. Не бойся оказаться дураком. Пусть как смеются над тобою люди. Отбросу скромность, жму и страх. Дай содержку, нас сегодня не остудит. Шагает по земле не дурака. Ты где был? Где? Где в люке застрял? Ну в люке нет воды, мы пошутили.
Оказывается, есть. Будьте осторожны, уважаемые зрители, будьте осторожны с люками и общественными туалетами. Ну а пока они переодеваются, это что вам правила поведения РДК. Добро пожаловать в РДК. В районном доме культуры расположено два туалета. Один здание в РДК, к сожалению, он забит. А второй на улице. Но как вы поняли, по аллею туда лучше не ходить. Если вы не хотите, чтобы ваши ценности украли, можете уничтожить, испортить или проложить их прямо сейчас. Также советую включить свои телефоны. Так звонившийся телефон в зале выводит в бешенство техничку тетю Любу. В случае пожара, за неисправность электропроводки или склада фейерверков на втором этаже, вы сгорите заживо вместе со спрятанными в желудке ценностями. Так как двери уже закрыты, а запасные выходы никогда и не работали, желаю вам приятного просмотра и отличного настроения! Итак, представьте, на дискотеке парень спрашивает ту девушку. Танцуешь? Танцую, пою, стихи читаю, кошек люблю. Ты чё плетёшь? Лету вышиваю, спицами вяжу. Тупишь, что ли? Туплю, стрю, точу между ножницы, говорю тебе правду. Гонишь, что ли? Аню самогон, брав, нефть иногда. Чего? Чего непонятно, замуж слышишь? Итак, представьте, мужчина приходит устраиваться на ликёра, водочный завод, его статор. Извините, но у нас своих алкоголиков хватает. Да я не пью, я нюхаю. Да не может этого быть. Да честно, я не вру. Сейчас проверим. Вино 1946 года выпуска, 25 градусов. А это 1941, но бочку не помыли, везет мышами. А давай приконемся, дадим ему мочесекретарши. Давай. Углеводов 20, сахара 35, 4 месяц беременности. Сказали кого? Не надо! Иду! Итак, представьте, ситуация в книжном магазине. Здравствуйте. А у вас есть книга, как добиться и оказывать влияние на окружающих? Её давно нет. А как знать, что побыстрее и свалить с работы к занятиям? Тоже нет. А есть книга, как занять пару штук и подольше не отдавать? Нет. Но мы посмотрим, как в пятницу быстрее пытаться упасть. Мне это не интересно. А есть книга, как... познакомиться с девушкой и в первый день привести ее к себе домой? Нет, нету. А... Есть книга, как полить от меня и поискать его самому. А таких товарищей можно встретить на любой улице нашего города. Вот, ты голба, давай не прицепимся. Да ну ты шо, они нам наваляют. Ну что ж наваляют, давай не прицепимся. Да там качки, они нам точно наваляют. А какие эти качки? А, качки уходят, давай не прицепимся. Нормально. Тепловодская полиция, ваш документ. Ну а закончим новостью из шоу-бизнеса. Оказывается, бабушки, сидевшие у подъезда Сергея Зверева, так и не определились и называют его наркотутка. Ну что ж, мы благодарим команду «Светловодская братва». Следующий на эту сцену выйдет команда с таким известным названием, команда КВН «Лабутены». Дима!
А некоторые команды приехали к нам из других городов и, наверное, слышали, как объявляют прибытие поезда на ЖД-вокзале. Внимание, внимание! На первый путь прибывает поезд Москва-Кременчук на номерах вагонов головных остатков. А я повторяю. На первый путь прибывает поезд Москва-Кременчук на номерах поездов головных остатков. Новости шоу-бизнеса. Тина Карен на концерте так широко распахнула рот, что нижней губой выключила радиомикрофон. А мы продолжаем. Случай у Светловодского роддома. Зоя! 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 Что? Давай останемся друзьями, Зоя! А я напоминаю, что спонсор нашей команды – новые дешевые тесты на беременность. Теперь просто сотри монеткой. Многие люди сейчас планируют свой отпуск. Итак, представьте, самолет Киев-Анталия. Уважаемые пассажиры, просто привезти спинки кресла в вертикальное положение. Не курю! Запасные жилеты находятся под вашими сиденьями. Мужчина, не надо сейчас ничего доставать. Просим вас оставаться в своих мест, пока не погаснет световое табло. Жена покажет. Ремни безопасности находят... Следующие миниатюры мы просим помощи ведущего. Час X, Светловодская маршрутка. Студент? Да. На паре пар? Ну да. Дяденька, дяденька, а зачем вы меня постоянно бьете? С руля съесть! Ребята, вы понимаете, что нам нужно победить? А вы пошли к победе, как будто вы расслабились. Так, я пошла искать новые идеи. Все. Так, а пока Даша пошла, мы можем делать, что хотим. Выносите мангал. Будет у нас с тобой шашлык. Ребята, давайте уже после игры. Будет у нас с тобой шашлык. И поросенок азарный. Ребята, а у нас появился новый спонсор. А спонсор нашей команды – Штор-Импотент. Штор-Импотент. Хорошо, ребят? О, а я стих придумал. А ну-ка расскажи. Вчера девушку я встретил в центре, возле парка. Я ей вася отвесил, ушанули рэва-банку. Даже кофе и вино, музыка и вся фигня. А когда топик с меня снял, вот тогда увидел я. Но напоследок мы хотим сказать, что не важно, кто сегодня победит. Главное, чтобы все дружно отметили этот день. День смеха. А с вами